Что ж, можно подвести итоги первого дня. Работы уже над этим станком. Я думаю, подготовленные зрители уже сразу же узнали. Это у нас ИШ-250 ИТВ. На табличке 87 год выпуска. Но почему-то я ей не верю, так как большинство встреченных мной таких ежей было именно 87 года. За сегодня была выполнена мойка, тщательно вымыта внешние и внутренние поверхности станка. Конечно, грязи очень много, мыть можно почти бесконечно. Но, к сожалению, время ограничено. Ну и самое главное, что выполнено за сегодня, это спуск. Вот оттуда. Гараж у меня подземный. Поэтому просто поставить на трубки и докатить до нужного места не прокатит. Место для станка пока не готово. Поэтому стоит он тут посередине. Ну и, как можно заметить, комплектность его неполная. Кроме задней бабки отсутствуют все три двигателя. Ну и маслостанция, если еще присутствует, то бака СОШ нет в принципе. Также присутствуют не все боковые крышки, точнее только две. Зато есть крышка гитары, родная, дюралевая. Ну и коробка тоже присутствует. Коробка скоростей. Хотя, конечно, многие ставят здесь частотник. А на последних моделях частотник идет прямо с завода. Но там стоит двигатель на 4,5 кВт. И прямой привод, соответственно. А здесь я собираюсь ставить, ну, максимум 2,2 вместо 3. Потому что это гараж. Ну и как показал опыт использования ТВшки, мне хватает двигателя буквально 0,75 кВт. А здесь габариты обработки детали схожи. Чуть-чуть больше, ну и больше по длине, конечно. Высота центров здесь 150 мм, а не 135, как у 1И611. Пока станок стоял на улице, успел проржаветь. Пока я собирался его отмыть, то на улице было минус 20, то сломалась неожиданно мойка высокого давления. С горем пополам я ее сегодня наконец собрал. И вот результат. Ржавчину, всю которую нашел, сбил, ну, кроме малой продольной. Пока только замочил ее маслом. Но в целом, в принципе, очень даже неплохое состояние этого станка. Я ожидал хуже. Отличный винт поперечной подачи. Вообще не замечено износа. Ширина витков ровная. Как с концов, так и в середине. Так что вот от ржавчины я его почистил. И теперь он будет стоять, ждать, пока у меня появится время на все остальное.